Маленькая экскурсия по моим цветочкам. Цинеи распустились. Тут улиток погоняла маленько. Астрочки. Гортензия. О, какая красивая. И такая красивая. Тут еще зелененькие. Такой кустик уже разрастается. Хороший. Флоксик. Хризантемка тут. Тут флоксики, вот лилия. О, какая лилия. Белые первые самые распускаются. Вот такая вот гортензия. Она потом багровеет к осени. Становится темненькая. А теперь самая красота. Вот не знаю, сегодня я дождусь или нет, когда эта лилия распустится. Тут у меня гортензия, самые большие соцветия. Ну, флоксики только начинают. Беленькая тоже. И вот тут еще гортензия. Не знаю, какой цвет первый. Красная должна быть такая. Малинку вчера собрала. Ну, тут немножко будет. И вот такая ирга огромная. Ягоды на ней, конечно, есть, но, наверное, все-таки спилю. Тут наш домик. Тут он, пока шторки постирала по очереди. Тут вот ёшта. Не знаю, что-то ее брызгая, ее все равно тля ест. Так что посмотрим. Крыжовник, короче, такой черный.